Wargame Rocks. Солдатики, история и модернизм. Wargame Rocks. Здравствуйте! Вы смотрите финальный фильм из цикла про ливийских воинов в армии Карфагена. С апреля 2019 года по сегодняшний день вы могли наблюдать за процессом создания ливийских воинов от зарождения идеи и до конечной окраски военно-исторических моделей. В данном видео поговорим про окрашивание модели, а потом посмотрим на полученный результат. Каждый моделист определяет сам для себя, какие краски ему нравятся, в зависимости от того, какой результат он желает получить. Кто-то работает маслом, другие красками с глянцевым эффектом, для кого-то важна матовость готовых моделей. Я использую краски Rival Matte. Они имеют матовый эффект. На мой взгляд, это лучшие краски для военно-исторических миниатюр. Они придают более реалистичный вид моделям. Эти краски можно дополнять красками от других производителей. Пригодится продукция звезды, такая как античная бронза. Не путать с просто бронзой, которая подходит только для высветления и без нее вполне можно обойтись. Также хороши краски серебро и сталь. Из их смеси можно получать краску пригоду для окрашивания стальных частей на фигурках. У меня есть краски Vallejo Model Color. Они хороши в работе, но фигурки блестят после покраски. Мне это не очень нравится, поэтому я от использования этих красок отказался. За исключением случаев, когда блеск окрашенной детали необходим, например, если нам нужен покрытый лаком шлем. Я дам несколько советов, как использовать краски Rival Matte. Для работы с этими красками обязательно нужен растворитель. Добавлять его в краску очень удобно при помощи трубочки. Можно легко дозировать объем растворителя. Окунаем трубку в банку. Попавшего в него растворителя достаточно для разведения небольшого количества краски. Касаемся края краски на палитре трубочкой. Растворитель сам вытекает из нее. Очень удобно. В работе я всегда применяю палитру. В данном случае это крышка из-под сметаны. Обычно я не использую чистый цвет краски из баночки. В зависимости от стоящих задач я делаю смесь из разных цветов. В данном случае алую краску я смешиваю со светло-коричневой. Не забывайте промывать кисть в процессе работы в растворителе. Для этого кисть окунаем в банку и протираем на бумаге. В работе нам необходимы зубочистки. Ими можно замешивать краску в баночке, доставать краску из нее и выкладывать на палитру, смешивать краску, а также предварительно заточив, рисовать мелкие детали. Понадобится нам и бумага для вытирания кистей и зубочисток. Для окрашивания модели отлично подходят кисти Брауберг. Берите единичку. Можно применять кисти Гамма. Берите в этом случае обязательно нулевки, так как у единичек будет слишком длинный ворс, который сминается при работе. В дополнение к краскам можно применять проливки. У меня было их несколько штук, а после просмотра вот этого видео на канале Игровой Историк я заказал еще несколько баночек. Они дают довольно интересный эффект состаривания и затенения окрашенного объекта. Вы видите, что получается. Но есть один недостаток. Модель начинает блестеть. Особенно это проявляется у красной проливки. Это мне не понравилось, особенно когда блеск приобретает одежда и другие части модели, которые в принципе блестеть не должны. Ливийцев я решил сделать с использованием проливок. Провел своеобразный эксперимент. Когда посмотрите это видео до конца, оцените мою работу и напишите в комментариях, что понравилось, а что нет. Чтобы не запутаться, какая проливка для какого цвета лучше подходит, предлагаю сделать следующее. На банку сзади наклейте лейкопластырь. На нем очень хорошо писать шариковой ручкой. Подпишите, для каких цветов предназначена та или иная проливка. Данные можно взять у меня из этого видео. Работу по окрашиванию лучше всего начать с окраски тела воинов. И тут начинаются вопросы. К какой расе относились ливийцы?
Вот коробка от фирмы «Звезды». Левиец явно темнокожий. Глядя на нее, я в свое время окрашивал тело левицев в черный цвет. К тому же Хэт на коробке тоже изобразил левийских воинов темнокожими. А вот на этой реконструкции левиц светлокожий. Выходит, что одни реконструкторы считают левицев негроидами, а другие европеоидами. Не буду оригинальным, мы просто прочтем Википедию про древних левицев. Смотрим в правую табличку. Вопрос снят. В подтверждение можно привести также древнеегипетские фрески, на которых левицы и негроиды, нубийцы, всегда выделяются цветом кожи. Я тут немного перестарался и сделал их кожу несколько смуглой. Проблема в том, что я решил использовать вот эту проливку для придания реалистичности кожи. Получил воинов более затемненных, чем хотел. Если используете проливки, то достаточно нанести просто базовый цвет телесного, а потом пройтись проливкой. Так будет лучше. Приведу пример применения проливок для лошадей. Берем ту же проливку, что и для тела человека. Аккуратно наносим слой. Стараемся не переборщить и не залить фигурку слишком сильно. Сравниваем результат. Мне нравится. Легкий блеск допустим, так как это вспотевшее тело коня. Окрашиваем одежду левийцев. Делаем ее красной. Геродот отмечал, что они носили красные туники и плащи. Про это я уже в предыдущих фильмах рассказывал. Наносим проливку. Она внесла затемнение и выделила складки. Но мне не понравился эффект блеска модели. Все же ткань не должна блестеть. Не рекомендую проливать одежду фигуркам. Вот пример воина с непролитой одеждой, мне кажется, лучше выглядит. Можно применять метод окраски – сухая кисть. Это когда небольшое количество краски на почти высохшей кисти легкими движениями наносится на поверхность выступающих частей модели. Окраска должна быть более светлого оттенка, чем та, по которой проводится окраска. Таким образом добивается эффекта высветления модели. Разберем еще одну интересную тему для моделистов. Обсудим, нужно ли делать глаза моделям, а если делать, то каким способом. Тут есть несколько точек зрения. Одни считают, что для фигурок 25 мм, то есть 72 масштаб, делать глаза не нужно. Вот пример таких работ из интернета. Другие говорят о том, что достаточно просто делать черную точку или черточку на месте глаз. Последний считает, что расписать лицо модели очень важно, так как делает ее живой. Это пример просто мастерской окраски, автор Александр Якимов, использованной фигурки Цезарь миниатюр в 72 масштабе. Я считаю, что нужно рисовать глаза. Необходимы и брови, и зрачки с белками. Конечно, у меня не получается повторить работу мастеров, но я стараюсь. Для меня это лучше, чем безглазые и бездушные болванки. Рисую я глаза остро заточенными зубочистками. Сначала прорисовываем брови и глазницу черной краской. Если нужны рыжие или блондины, то соответственно рисуем оттенками желтого и коричнево-оранжевого цвета. Следующий этап – это нанесение двух маленьких белых точек в крае глазницы. Черный зрачок получается сам собой. Иногда его нужно дорисовать. Если есть желание сделать голубые глаза, то зрачки рисуем после белков. Последний этап – это рисование губ и сосков, если они не скрыты одеждой или доспехами. Вернемся еще немного к вопросу щитов у левийцев. В комментариях к предыдущему фильму на сайте «Поле боя» мне указали, что щиты не имели омбонов и их размер неизвестен, так как древние изображения стилизованы. На сайте я под именем Рават. Дали мне вот такую ссылку. Пройдем по ней. Интересный щит, и похоже, что это действительно не омбон. Но в пятом фильме я уже приводил обоснованное мнение по конструкции щитов и показал, что омбон был. Например, реконструируя воина из Африки, на этой статуэтке Хет в книге «Армия Македонии и пунических войн» омбон изобразил.
Да и эти изображения из Бизара почти гарантированно показывают нам умбоны в центре щита. Зашел на сайте споры про размер щитов. Высказано мнение, что размер неизвестен. Не соглашусь. На предыдущих изображениях видны размеры щитов относительно человека. Вот еще барельеф из Тифры. Мы видим, что на четырех изображениях видны размеры щита. Их можно примерно оценить в пределах от 60 до 90 см в диаметре. Страбон также упоминает у ливийцев легкие небольшие щиты, которые греки традиционно называли пельты. Этим термином греки обозначали любой легкий щит. Ну а приведенный мне на сайте по любой барельеф с щитом можно реконструировать вот так. У щита слева просто слишком большая кромка. На колонне Трояна у нумидийцев есть щиты с подобной кромкой, но меньшего размера. Справа реконструкция канули. Как я говорил в пятом фильме, щиты могли по краю обвиваться защитной кромкой из металла или кожи. Только на одном щите, приведенном мной в этом фильме, есть эта защитная кромка. Отсюда я делаю вывод о том, что кромку редко дополнительно защищали. На части модели я нарисовал усиленную защитную кромку на щитах, но других же этого делать не стал. И это можно логически объяснить. Зачем усиленная кромка нужна? Она служит для парирования щитом рубящих ударов. Но ливийские воины были легко вооруженными застрельщиками, которые в ближний бой старались не вступать. А для защиты от камней, стрел и дротиков противника защитная кромка на щите не нужна. Щиты обтягивались шкурами животных. Их могли окрашивать. Обычно использовали шкуры коров, но вполне допустимы и шкуры других обитателей Африки, таких как страусы, буйволы, слоны. Слоны выступали объектом охоты. Вы видите, как африканцы убивают саванного африканского слона. В эпоху пунических войн в Северной Африке жил другой подвид слонов, которых называют лесными. Они были примерно на треть меньше по размерам, чем саванный слон. Интересен еще один момент. Ливийцы могли покрывать свое тело и волосы охрой. По крайней мере, Геродот, описывая племя Максии, отмечает, что они раскрашивали свои тела суриком. Выглядеть это должно как-то так. Тот же Силий Италик, описывая ливийцев, пишет, что они раскрашивали свои тела, хотя это может означать и нанесение татуировок. На этой реконструкции Джузеппе Раве, воин из племени гарамантов из Сахары, его тело расписано татуировками. Цвет татушек красный. На этой реконструкции татуировки черные. Кто же прав? И где брать пример этих татуировок? Древние ливийцы активно контактировали с египтянами. Вели они торговлю и войны, а также осуществляли культурный обмен. Египтяне описывали в текстах и рисовали все живущие рядом с ними народы. Попали на фрески и ливийцы. Посмотрим, как их себе представляли египтяне. Мы видим, что рисунки у ливийцев находятся на ногах и руках. Они имеют черный цвет. Татуировки простые. Полоски, треугольнички и прямоугольники, заштрихованные линиями. За основу можно взять эти изображения, но нужно помнить и то, что древний художник рисовал ливийцев по описаниям или по памяти. Возможно, татуировки были сложнее, а это лишь их стилизация и упрощение. Для каждого отряда своих ливийцев я выбрал определенный рисунок. Окраску производил при помощи зубочисток. Все воины в отряде будут иметь одинаковые татуировки. Я исходил из того, что татуировки носили магический и ритуальный характер и выделяли представителей одного племени от другого, а также подчеркивали социальный статус человека. Сейчас мы не можем реконструировать значение этих татуировок. На фресках, помимо черных рисунков, на теле ливийцев можно видеть и белые. Возможно, это не татуировка, а браслет. Давайте теперь посмотрим на конечный результат. Я сделал 4 отряда ливийцев
Первый – это Овсеев. Так реконструируют ливийцев Овсеев. Волосы на голове сбриты, кроме челки. На руках браслеты, на ногах и руках слабо заметны татуировки. Жили они примерно тут. Синим обозначены ливийские племена, а красным их соседи. Мои три бойца. Слева у воина коническая борода. На левой руке красная лента. На шее висит кулон из бронзы. Травку на подставке сделали разных цветов. Слева травка желтая. Это делает подставки более оригинальными. Другие две фигурки когда-то были одинаковыми, но конверсии я изменил их. Обратим внимание на плащ воина. Край плаща окрашен светлой краской. Это сделано не просто так. В пятом фильме я уже говорил про статуэтку нумидийца. Анализ этой фигурки выявил, что она была когда-то окрашенной. Плащ был красным с светлой окантовкой. Окантовка была, видимо, из шерсти козы. На статуэтке даже бахрома на конце плаща обозначена. По этой причине я покрасил края плащей в цвет шерсти козы, а именно светло-коричневый и бежевый. Еще три овсея. У воина в центре щит закинут за спину, на ремне. Это выделяет его из всех моих ливийских воинов. Общая фотография воинов племени. Племя Максиев. Они проживали примерно здесь. Реконструкция внешнего вида воинов я не нашел. Есть только описание у Геродота. Левую сторону головы они обривали. Также Геродот говорит, что воины этого племени покрывали тело суриком или охрой. По этой причине они такого кирпичного цвета, и на теле нет татуировок. Начнем вот с этого воина. В прошлом фильме я не упомянул про возможность сделать цветы на подставках. У меня есть смесь для имитации цветов. Купил рублей за 300 у фирмы «Ночь» из Германии. Аккуратно из банки вынимаем цветные кусочки и приклеиваем их к ворсинкам на подставке. Не все ворсинки в искусственной травке одинаковые. Основная масса размера 2,5-5 мм, но попадаются и более крупные ворсины. На них и клеим цветки. Их можно даже специально подсаживать в нужных вам местах. Цветы на подставках несколько разнообразят их и делают более оригинальной вашу работу. Первая тройка бойцов. Плащ с бахромой по нижнему краю. У воина в центре кулон в виде полумесяца. Еще бойцы. У двоих щиты окрашены красной краской. А у воина в центре окраска имитирует коровью шкуру. Общий вид отряда. Племя Махлии. Место их обитания. Их отличительной чертой было то, что они сбривали волосы на голове везде, кроме затылка. Первая тройка воинов. Вторая и третья фигурки когда-то были одинаковыми. Теперь после конверсии они отличаются. У одной модели появился плащ, а у другой меч в ножнах. Вторая тройка. Смотришь на модели и вспоминаешь, кем они были до конверсии. Это довольно интересно. Общий вид отряда. Племя Адермахидов. Жили они рядом с Египтом. Воинов этого ливийского племени чаще всего изображают художники и реконструируют моделисты. Их характерной особенностью был гребень из волос. Первая тройка воинов. Слева вождь отряда. Две другие фигурки конверсированы модели звезды. Правая почти не изменена, кроме срезания кромки щита. Фигурка в центре обзавелась бородой. На видео сбоку это лучше видно. Командир отряда в одном бронзовом поноже.
Мне кажется, получилась колоритная фигурка. Посмотрим ее еще с разных ракурсов. На руке браслет из бронзы, в волосах амулет в виде месяца. У всех адермахедов сделать такие же. В книге Хеда в описании ливийцев я нашел, что они делали одежду из шкур животных, таких как львы, леопарды, медведи. К сожалению, хорошая мысль пришла слишком поздно. Можно было делать вождей племен ливийцев в шкурах разных зверей. Например, взять республиканский гривен звезды и, отрезав все лишнее, сделать оригинальные модели. Ливийскую тему для себя я уже закрыл. А вам от меня вот такая идея для творчества. Следующая тройка бойцов. Конверсии, конверсии и ничего кроме конверсий. Не сразу догадаешься, что это бывшие иракезы от Италери. Переходим к изюминке нашей армии ливийцев, а именно к кавалерии. Напомню, что ливийские всадники впервые упоминаются в 311 году до нашей эры. Верблюд вымер в Северной Африке к 3000 году до нашей эры. Появление одомашненных верблюдов произошло примерно во 2-1 веке до нашей эры. По этой причине ливийцы воевали и передвигались на конях. Вот такие вышли у меня всадники. Поскольку вооружение и экипировка я уже описывал в прошлых фильмах, то сейчас просто посмотрим на окраску моделей. Использование проливки для коней считаю оправданным. Получается более оригинальная модель воина. Обратите внимание на хвост коня, он окрашен по технике сухая кисть. В этой модели эту технику окраски применял опять же для хвоста и для туники. Это воин с единственным щитом, на котором я не сделал умбон. На подставке видны цветы. Это опять же, возвращаясь к вопросу декорирования подставок, вроде бы мелочь, а вносит свою изюминку в модель. Последний кавалерист. Но так они выглядят, если смотреть в лоб. Общий вид отряда адермахидов. Пешие и конные. Еще пару слов скажу про тех, кому нужны ливийцы для варгеймов. Как я уже выше говорил, они производятся фирмами Head и Звезда. Качество неплохое, но данные производители делают только один отряд адермахидов, так как просто копируют ливийцев из книги Хеда. Если вы собираете модели не только в 72 масштабе, например, 28 мм, то ливийцев можно взять у фирмы Victrix. Очень качественные модели и представлены как раз все те племена, что я делал в 72 масштабе. Работа над ливийцами никогда не была бы завершена, если бы не чуткое руководство и помощь главного эксперта по вооружению и подборке красок. От меня ему особая благодарность. Итак, я завершил работу над ливийцами. Надеюсь, вам было интересно и полезно смотреть за процессом создания данного отряда воинов. Жду ваших комментариев и оценок. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал WarGameRus, Солдатики, История, Моделизм. Понравилось видео? Тогда поддержи автора. Перечисли любую сумму от 100 рублей на его счет. Реквизиты указаны в описании к видео. Чем больше ваша поддержка, тем больше видео появится на этом канале. Заранее благодарен. Жми сюда и смотри интересные видео.